Всех приветствую на канале Helping Animals. Облезлый пес бродил по округе. Врачи сказали, что он не выживет. Однажды измученная собака появилась на улицах городка на юге штата Техас. Она была полностью лысой, а все тело было усеяно язвами. Откуда она взялась, кто ее хозяева, осталось неизвестным. На эту несчастную собаку обратила внимание одна супружеская пара. Они жили в доме неподалеку и решили помочь животному. Это оказалась девочка. Ей дали прозвище Анна. Вот только породу установить было невозможно из-за отсутствия шерсти. Ясно было только то, что собака очень сильно мучилась. Она была вялой и грустной. Болезненное животное доставили в ветеринарную клинику. Там врачи, обследовав собаку, сообщили супругам неутешительную новость. Чесотка в очень тяжелой форме. Анну вылечить вряд ли получится. Гибель собаки в скором времени была весьма вероятной. Но вопреки всем прогнозам девочка выживала. Она оказалась настоящим бойцом, который не опускал лап в борьбе за свою жизнь. Удивительно, но через несколько месяцев Анна вылечилась от недуга. У нее появилась красивая, золотистая шерсть. Всему этому она обязана той супружеской паре, которая подобрала ее на улице. Сейчас ничего не напоминает о страшной болезни. Анна веселая и жизнерадостная собака, которая любит бегать по лужайке и играться с людьми и резиновыми игрушками. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.